На 9-м Красноярском экономическом форуме молодежь вновь организует свою площадку «Поколение 2020». Как подать заявку на участие в форуме и какие вопросы будут волновать его участников в этом году, узнавала Александра Словецкая. Смотри, молодежный форум. Бодрый стук клавиш. Ольга торопится подать заявку на участие в 9-м Красноярском экономическом форуме. Ее проект – образовательные курсы для спортивного волонтерства. Волонтеры проходили обучение, чтобы создавались обучающие программы. Волонтеры обучались вот специфике своей деятельности. Площадка 2020 – отличный стартап для амбициозных и предприимчивых молодых людей. Заявка подается в режиме онлайн прямо на сайте проекта. Ольга настроена на победу. Девушка несколько лет была волонтером, так что знает профессиональную кухню изнутри. А в спортивном волонтерстве это приобретение, во-первых, коммуникативных способностей, во-вторых, каких-то профессиональных качеств дополнительных. Это работа с видеокамерой тоже, компьютерными программами дополнительными. Заявка приходит на почту оргкомитета. Ее регистрируют, и Ольга Тимошенко – полноправная участница КЭФа. 100 человек делится по 5 площадкам, по 20 человек на каждой. Мы подразумеваем о том, что некоторые проекты будут объединены, и мы на площадке будем представлять не 20 проектов, а 5 самых лучших. Предполагается, что эти 5 самых лучших проектов на каждой площадке будут предложены губернатору для реализации их в рамках подготовки к универсиаде. А главный приз для всех – это общение. Традиционно на форум съедутся эксперты со всей России, а также из-за рубежа, чтобы делиться опытом и конструктивно критиковать. В этом году мы пригласили порядка 35 экспертов, связанных с так или иначе со спортивной отраслью. То есть это и спортивные архитекторы, это спортивные менеджеры, это люди, которые работают с волонтерами при подготовке больших мероприятий. Работа оргкомитета кипит. До начала 9-го Красноярского экономического остались считанные дни. Совсем скоро встречаемся на площадке «Поколение 2020». Смотри, молодежный форум.